Здравствуйте! Сегодня хочу показать наибюджетный вариант подарков для большого количества людей. Если у вас много друзей или коллег, внимание хочется уделить каждому. Вот этот вариант прям для вас. Находим дома ленточки, веревочки, бантики. Покупаем самые дешевые шоколадки, конфетки. Вот эта шоколадка, допустим, стоит 39 рублей. Батончик стоит 9 рублей. Приступаем. Берем любую ленточку, берем любую конфетку, завязываем бантик. Я люблю, чтобы ленточки были на контрасте с конфеткой. Вот, пожалуйста, готовый подарочек. Если у вас, допустим, коллектив, где очень много людей, 10-20 человек, вы так перевязываете и, пожалуйста, угощаете всех. Смотрите, сколько маленьких бюджетных подарочков у нас получается. Еще купальники, батончики мюсли, шоколадки различные на ваш вкус, даже сок. Ленточка сразу придает праздничный вид. Вот эта коробочка конфет стоит 27,50 в фикс-прайсе. Здесь я тоже перевязала просто ленточкой, еще добавила вот такие декорчики. Очень красиво получилось. Мне было бы приятно, если бы мне это подарили. Еще один вариант – это просто взять какую-нибудь баночку, если у вас есть, можно от детского питания. Положили туда все, что угодно. Можно дрожжи, конфетки, суши. Прекрасный вариант дарить вместе с коробочкой чая. Сверху я накрыла просто обычной тоже упаковочной бумагой. Можно накрыть салфеткой, можно крышкой повязать здесь ленточку. Вариантов масса. Один вариант подарка – это пачка чая, которая стоит 55 рублей в пакетике. И опять же вот эти конфетки марсианка. Я упаковала это в крафт-пакетик, который стоит 2 рубля. И перевязала ленточкой. Вот, мне кажется, прекрасный подарок. Например, можно подарить охраннику на работе, который скучает, чтобы он пил чай и ел конфетки. Какая красота у нас в итоге получается. Мне кажется, это самый лучший вариант, когда нужно подарить много подарков, чтобы все это было достаточно бюджетно. Особенно мне нравятся вот эти конфетки марсианка. Какая красота! Я надеюсь, что кому-то эта идея придется по душе, и вы обязательно ей воспользуетесь. Желаю всем хорошего настроения и приятных праздников. Много разных подарочков получается, самых-самых бюджетных до более презентабельных.